Я так 100 раз сделал. Говорю. Ага. Ай. Ай. Да что за на? Езжайте смело. Ай. Горло болит. Там, короче, только доширак этот, блядь, в пластиковой упаковке по 38 рублей. Ну, а что мне это, блядь? Конечно, блядь, ты чё? Понял? Конечно. Чьи предсказания, тот идет. Если он-то будет, я куплю 2. 4. Некие. Знаешь, что это значит? Поехали. Ох, ебать, представляешь, да, он мощный. Но. Представляешь, этот человека посадить? Ну, под лопату его. Хер его знает. Вообще зеленая, да? Господи, она прям как гуашь. Сейчас бы Леху выпил. Ребята, мы сегодня ездим неизведанными путями. Ай-яй-яй! Ай-яй-яй-яй! Так прикольно по полям кататься. Пахнет. Пахнет будто... Блять. Бля. Марку посадил. Я посадил. Ну и чё? Ну и чё? Не, ну и... Вон там колея-колеюшечка. Место крутое. А если выше притоптать, да? Такое затишье. Это не я! Это не я! Едем обратно. Бля, а кто знал? Я знал. Ну а зачем ты сюда поехал, Ник? Нихуя тебе. Я заебался. Хотя нет. Пиздец, чем собрался, дурак ты. Ой, ебать. Давай, ой, блядь. Не. Давай отдохнем. Дурак.
Вон. Не! 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 Я даже попью. Во! Твой войти уже поняли. Я пить. А мы, по-моему, еще дальше проходили, нам все сюда. Конечно. Блять. Марк, чего? Тут очень круто. А? О, некит, некит, грибы! Грибы! Я знаю, какие так знаю. Рыбы пахнет, да, понюхай. Какие... Ебай, все еще сильнее заросло, да? Ебаный рот. Как будто здесь вода была. Да-да-да. Фу, блядь. Нихуя. Угу. Тухлятины воняет, я уже боюсь. Косуля? Я ж говорю, пацаны, тут косуль стрелял. Освежевали и выкинули шкуру. Смотрите, пацаны, ушастенькая с копытцами. Вот, короче, ребят, мы приехали на свое старое место. Ну, как бы свое. Оно с каждым годом все лучше и лучше. Да, оно, короче, хорошее. Тут люди забили еще под стол с двумя скамьями. Хрень какую-то. Они переставили это, да, смотри. Тут уже косуль поубивали, там дрова под костерчик. Тут убрано, там, помнишь, был костер, они его убрали. Мы прям тут будем все делать. Вот, короче, это под мусор нам пакет, ребят. Сегодня у нас обычный обед. Школьника-недомерка. Сезон кончается, да? Близится учебный год. Погода портится, прям вообще, кстати, погода испоганилась что-то. Едешь, ветер просто жопошный, ничего не слышно, ничего не видно. Лес вон уже опал весь, сухой, зеленый. Уже будто, знаешь, он все, тут даже гнить нечему, блин, он высох. Угу. Потому что даже дождей не было, блин, бред такой. Ну и вот, снимать не очень удобно в такой хрени. Это видео будет не как такая полноценная покатушка, а как... Как вылазка, как да. 1 сентября такая последняя. Там как бы уж сезон кончаться будет, и мы вам говорим, что сезон-то кончается, мать ваша. Видео будет меньше на канале, вы будете учиться в школе. Бля, я думал, барбариска. Давай. Вот, ребят, кипятим воду. Ну и вот, кататься уже как-то даже не в кайф. Нет такого удовольствия от езды, потому что все уже сохнет, деревья из травы не такие зеленые, а? О, они здесь пристань сделали, Никит. Маленькую такую. И ветрено, и холодно та же, да? И когда едешь, болит горло, блин, прям вообще дико. Как зимой. Да. Дико все болит. Ну, в общем-то, лето кончилось, и начинается сезон, не сезон. Мы его, конечно, типа закроем, а потом все равно кататься будем, да? Конечно. Кататься мы будем все равно. Короче, ребята, приглашаем вас на закрытие сезона в Тольятти. Ссылки в описании кинем, там будет велозакрытие у нас в городе, если что, мы там будем тоже. Подъезжайте, покатаемся вместе, поговорим, закроем сезон. Может, что-нибудь даже покушать возьмем. Да, берите поесть, у нас будет что-нибудь интересное. Посмотрим, что как. Ну и вот, продолжение темы.
20 числа сентября, конец, наверное, уже будет холодно, что-нибудь придумаем, да? Там, кстати, на закрытии, по-моему, этот будет, какие-то гонки, нет? Да там все время что-нибудь проводят, интересно. Вот, там что-то будет интересное, погоняемся, поговорим, вы попадете в видео. Так что я сделаю пост в группе, посмотрите, кто как. Кто сможет, кто не сможет, посмотрим. Ну, идея мне так понравилась. Ну да. Кстати, вот самое удовольствие, да, летом с горелкой как-то не очень ездить, да? Ну да. Летом хочется, будет. Все-таки костер хочется. А вот когда уже осень, так холодно, и как бы не хочется сильно мурыжиться с костром, да? Да. Взял, разогрел, все теплое, вообще прям душевно. Газ вон работает. Ой, все горячее. И, кстати, от горелки котелок не так поганится, как от костра. В костре все-таки смол больше, особенно когда хвойные дрова берете, он весь засирается смолой, на него налипает гарь. Всякая другая гадость, ну, короче, некрасиво получается. Какая-то странная движуха здесь происходит. Мы яблоки вон нашли. Кто-то яблоки тут скидывал. Тут вот колея от машин. Знаешь, иногда ходишь по осеннему лесу и чувствуешь запах грибов. Было такое? Да. А сейчас вообще ничем не пахнет. Он как-то высох, блин. Вообще прям. Вода закипела. Надо что-то делать. Что-то прикольное. Вода закипела, и котелок очень горячий. Его надо ломать будет. Блин, улетит. Я просто хочу не сильно слишком ломать. Ну да. Отлично. О, хватило как раз. Отлично. Такие вот, ребята, у нас выходные будни. Последний в августе. На этой неделе. Ужас. Все, ребят. Сейчас мы это спрячем. Размещаем. Прячем это все в пакет, который мы, собственно, брали. Будем воду кипятить в два захода. Как обычненько. Ну вот, ребят. Это видео будет короткое, наверное, где-то минут 10-15, я самое интересное оставлю. Особенно вот про жратву, мне кажется, про жратву это вообще самая душа. Чтобы у вас слюнки потекли. Да, чтобы так же захотели сделать. Что закрытие сезона уже рядом. Чувствуете, да, чем пахнет? Роллтоном пахнет. И грустью, печалью, депрессией. Надеюсь, мы вас увидим на закрытии сезона городском. Ну, конечно, нам неудобно будет, потому что мы будем ехать через этот, через целый район, в другую смотря жопу. Смотря где же собираться будут. Опять зимой будем кататься? Будем зимой кататься? Бежать. Будем зимой кататься. Там вроде бы каждый закрытие сезона, они собираются в Волгаре, устраивают какие-то конкурсы, там хреноконкурсы. Потом куда-то едут. Потом едут, по-моему, к Татищеву, и там устраивают маленькую пирушку. Так что хотите участвовать в конкурсах, хотите жрите. Я буду только жрать. Так что, тоже. Так что приезжайте, ребят, будет интересно, я думаю. Главное, потеплее оденьтесь. И вообще, каждое открытие и закрытие сезона – это какая-то грусть, потому что осенью ты идешь там, может быть, будет сыро, грязно, и будут такие краски хреновые, осенние, несочные, как поэтому летом. Давай. День велосипедиста. Мне кажется, все. В принципе, мы можем и осенью осуществить. Конечно. Так что все будет отлично. Мы же, ребят, не только не этот год снимаем, да? У нас еще много-много-много лет впереди. Вы представляете, потом такое же лето крутое будет. С множеством всяких интересных штук. Я прям не могу в это поверить. Все, ребят, пошла вторая партия. Первая партия готова. Нет. Все, ребят, ожидаем, ждет своего часа. Прям душа. И как бы вот эта вся атмосфера, которая как бы холодно снаружи и тепло внутри, она греет. Греет еще хорошо прям. Прям вообще так хорошо. Я вот не знаю, кто еще на видео роллтоны заваривал.
Это, мне кажется, эксклюзив. Самая крутая штука, вот газовая горелка, ребзи. Есть маленькие горелки, такие портативные, как бы, да? Можете вот их брать и ими пользоваться, вообще прям идеально. Это, конечно, она большая, она больше как бы подходит в машину, ее куда-нибудь положить. Вот, и такой же баллон берете и накручиваете, прям удобно, просто ставите так же, включаете и поджигаете чем-нибудь, вообще удобно. И воду греете, без никаких там, костер, у нас сейчас там выебут. Ох, ебать, пацаны, я нашел клад, чеснок. Ох, ебать, это шершень, это шершень. Это шершень, а не шмельник. Ребят, мы нашли. Че, реально? Дар природы. Да, бля, она чистая же. Свежая. Закрытая была. Бля, вообще, ребят. Мы сегодня как-то пируем, что ли, даже, можно сказать. Выживание, блядь. Кажется, вот дебилы. Чеснок в лесу, бля. Чеснок в лесу нашли, ребят, вообще. Это же дар природы. От такого нельзя отказываться. Откажешься, тебя лес сожрет. Вот никогда не думали, что тут подгон от лешего, а? Мы, по-моему, тут что-то оставляли лешего. Мы сюда монетки кидали. Да, несколько точно, десяток монет. Там 50 копеек было и 10. И вот мы получили взамен кучу яблок и, ребят, чесночину. Творите добро. Творите добро. И даже как-то веселиться не хочется, потому что чувствуешь, что что-то рядом. В смысле? Я не знаю. Чего так? Ребят, чеснок. Сука. Солнце вот, ребят, солнце как бы греет. Оно прям греет. А ветер уже прям морозит. Ебать, мы дебилы. В лесу ролты разовариваем. Мне самому смешно уже. Ага. Блин, ну зимняя шаурма в лесу точно там делала. Грязь, мусор, ваш пот берете в пакет. Домой. Да-да-да. О, чувствуете, шумит, листва шумит на березе. И ветер, ветер дует, холодно. А, и вода парит. Это знаете, что значит? Это значит все. О, начинается веселье. Толик. Я сблизился с природой. В ролтон я. Ну что это? Вы мне скажите, что это за контраст? Стрекоза и ролтон с чесноком. Что за бред, блин? Я такого впервые в жизни вижу. А у нас все кончилось. Собственно, горелочка. Офигенная вещь. Вот так она отсоединяется. Это все можно в чехол спрятать. Чехол мокрый, потому что я там под ним ролтон прятал, и он парил. Зато я его сохранил теплым, пока готовится у некитого. Вот. Готово. Берите с собой в поездке лапшу, посадите с ней себе все, что можно посадить, там, гастрит заработать. Но зато так вкусно, господи. Очень вкусно. Вот. Мы берем, короче, и кладем мне в рюкзачок. Это на бок. Вот сюда. Кочегрышки, кочегрышки, тоже кочегрышки вот сюда. Хоть это и разлагаемая хрень. Да. Но мы все равно тут оставляем. Что после нас осталось? Мы, короче, что сделали? Разогрели две порции воды, заварили два ролтона, то есть это сколько у нас пластика всякого ненужного было. Посмотрите, что после нас осталось. Ну, в принципе, ничего. Это мы, конечно, уберем, тут мусора нет, да, видите? Велосипеды, все как и было. Собственно, весь наш мусор. Вот делайте так. Можно в селе потом выкинуть. Вон, видите, как красивенько. Нам не сложно. Рюкзаки висят на сучках. Ну и все. Осталось только попить и выехать. Что самое хорошее? Сезон-то, ну, для людей закончится, а для нас нет. И у нас, короче, много идей на зиму есть.
Ну, которую мы, конечно, уплатим. Я выпрямил петуха. Ну, в принципе, выпрямил, да? Вы видите. Он, в принципе, ровный, в принципе, работает. Выпрямил его плоскогубцами. И все работает. Все, ребят, мы за собой убрали, видите, прям, вот когда костер не жжешь, прям вообще, будто тебя здесь и не было. Прям вообще очень круто, очень, мне кажется, гармонично здесь слово подойдет. Горелка вещь. Горелка вещь. Очень круто, очень хорошо, мне понравилось. Сейчас мы едем домой. Вы понимаете, зачем мы сюда ехали? Поесть роллтона с чесноком. Все. Зашло, блядь. Да, и зашло, и как бы какой-то настрой появился, да? Прям хорошо, ребят. Очень рад, что сюда приехал. Делайте так же. Очень круто. Асфальт в селе. Серьезно? Правда? Да. Бля, прям знаешь, чувствуется, как тянет. Ребят. Некий, давай меняться. Прямо. Ей! Бич! Не, ну жесть, да? Да.